будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, это не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине. А вот по НТВ рассказывают, что нужно готовиться отдать курские земли. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать.